Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня будем играть за Краба Эрла в скине Мистера Инда. Вот таком самом топовом скине, который дает плюс 100 к победкам по рейтингу сразу же, да. Но при этом мы немножко его прокачаем в плане замены, добавления точнее атрибутов. Да, решил я добавить немного атрибутов в лук. Потом не знаю, сколько получится там. Я так понимаю, у меня их не очень много есть, но давайте глянем, что получается вообще. Вот, один атрибут лук есть. Его возьмем, и я бы еще хотел добавить атрибут, но мне кажется, там уже будет слишком дорого. На 13 уровне. Ну, тут дробовик даже, тут не лук. Хотя 12 тысяч все-таки, наверное, можно потратить. И вот, можно еще тут атрибут взять. В принципе, на 4 слот так-то бы хотелось пройти. Плюс, ну, короче, когда будем качать 4 слот крабу, тогда и прокачаем. А пока что нет, пока что просто добавляем атрибут лук. И я хотел бы добавить, наверное, скорость. Скорость и немножко уменьшим дальность. Нет, не уменьшим. Просто добавим немножко скорости. Хотя я бы и перезарядочку хотел докинуть, но пока что только скорость. Следующим вот атрибутом докинем перезарядку. Итак, с этой скоростью для чего я вообще добавляю? Чтобы Краб Эрл мог реализовать свой лук намного быстрее, чем он это сейчас делает. Потому что иногда, когда Краб хукает, у него ж, как вы знаете, есть такая прекрасная вещь, как типа оглушение, да, после притяжки. На 1-2 секунды, в общем, там коротенькое время. И чтобы реализоваться в это время красивенько, нужно... Сейчас скажу, ребят, немножко тут долутаемся. В общем, чтобы реализоваться в это время, нужно, конечно, чтобы все вылетало очень быстро. А чтобы все вылетало быстро, нужна скорость. Логично, логично. Я хукнул, если что, да? То есть вы видели, я хукнул. Как это работает? Дважды насквозь. Где моя команда? Что они делают? Как же ты бесишь? Ну помогите вы, ну! Они просто стоят! Ну ладно, хотя бы орел помог. Правда, проблема у нас тут Джейд бежит. Я ее сейчас притяну. Как же я тягаю Джейд? У меня просто ни слов. Краб, золотой лук уже, пожалуйста, ну! Боже, что ты за существо такое? Лук возьми! Он просто стоит и смотрит на него, а у него уже... В смысле, у него был лук, и он им не воспользовался. Что за приколы? До свидания, Хамелеш. До свидания. Так, там мы тоже откидаем. Сейчас не знаю, кто там был вообще. Сейчас дерзко ворвемся. До свидания, Никс. Быстренько сюда все подошли, я сказал. Я сказал подошли, значит подошли. Все, красавчики. В общем, что у нас есть? Мы сейчас там... Ой, противнички тут. Противнички вышли. Так, минусуем Никса. Закидываем здесь капканчик. Притягиваем пингвина. Бьем по пингвину. Ля-ля-ля, мы тут жесткие. Вот это, понимаю, ворвались. Бака притянули, красиво. Дробовик лутаем. Хилочки лутаем. Блин, надо Никса списать. А че мне дробовик не залутался? Я не понял. Фух. Все брать пошли. Вот просто... Просто эти стервятники, в общем, ладно. Никс все равно залутал, скорее всего. Нет? А кто? Орел? Как орел мог залутать? Наверное, вот этот Никс залутал, да? Потому что этих, видите, золотые дробовики. Ну, в общем, в чем суть? Я тут лутаю дробовик. Бронзовый, да, вы видели? Лутаю его, а он не залутался. Ну, как бы он залутался, но не появился у меня теперь на персонаже. Да, вот он, Никс. И по итогу, что получается? Я врываюсь, там хамелеон меня уже начинает душить, да? А у меня дробовика нету. Красивая. Вообще, просто замес в начале игры взяли и выиграли. Не знаю, каким чудом мы победили. Это было очень странно, но хукание краба, это, конечно, красиво. Давайте-ка глянем скорость лука. Ну вот это бы ускорить. Ускорить бы хотя бы так в полтора раза было бы красиво. И тогда бы я мог позволить себе раскаст фуловый. То есть хук, да, хукаем. Дабл дробовик и сразу лук. И вот это все успевало бы раскастоваться. Да, и плюс я еще бы мог закинуть копье. То есть во время стана, который идет от активного навыка. Да, именно так. Но все это увидим чуть попозже, когда будем дальше прокачивать персонажа. Хотя, конечно, прокачка дальше, это вообще бы забейте просто по монетам. Ну, что поделать, придется. Выбора-то нет, как говорится. Надо двигаться дальше, качать, развиваться, все дела. В душной игре. Может, они все-таки разрабы этот баланс сделают когда-нибудь. Ну, они что-то видят, начали пытаться, да?
Правда, у них все хуже и хуже получается, чем было в первый раз. Но. О, кто это у нас тут такой? А кто это у нас тут такой красивенький? Утю-тю. А ну сюда иди, сказал. О, видали, копьем достал? Какой царь на крабе сейчас играет, а? Да, это я. Да, ладно. Мы чудесным образом победили. Конечно, посредственная эффективность у бинта на крабе. Нет, вообще она эффективна в плане того, что вы можете просто взять, получить кучу урона, потом хукнуть противника, сделать в него фулл раскаст, и у вас как бы будет фулл хп, потому что и зубы вампира, и бинт, и все дела. А у вас до этого могло быть 0 хп быть, ну, типа того. Ладно, идем в следующий бой. Крабик хорош, как всегда. Главное, чтобы команды ему плюс-минус адекватно попадались, и в принципе можно тащить, нагибать все, что шевелится. Так, погнали сразу наверх, хотя подождите, здесь бот. Нет, давайте наверх. Наверх, тут золотой дроп должен быть. Гранатка золотая, понятно. Никс там добил, да? Че лиф у нас делает, я не понимаю. Очень странно, непонятно. Так, ну одну аптечку я залутал. Нужно еще залутать. Немного аптечек и дробовичок. Проблема в том, что у нас Никс убежал. И он не получил золотую гранату из этого. Я вот не знаю, что у Никса с мозгом, скорее всего, там проблемы серьезные. Ну, вы понимаете, да? Спамимся возле музея. В музее лежит золотой дроп с шансом почти 99%. Ну и Никс. Взял, убежал. Ну. По нику тут, в принципе, все вид. Адекватный. Очень. Ну что же, противники наши непонятно где. Ну, возможно, уже дерутся между собой. Значит, нам надо красиво ворваться. Вот видите, сколько времени на контроль дается? Очень много. Очень много времени дается на контроль. Что позволяет очень жестко использовать краба. Но опять же, нужно скорость атаки с предметов повышать. Неплохо получается добить. Бинт подхиливает нормально. Я немножко, конечно, криво все делаю. Так, жить не получается хукнуть. Давайте тогда отойдем пока что. Похилимся. Сейчас тут стенка будет. Крабика. Как же я все делаю, конечно, очень криво. Эта стенка мне очень мешала. Из-за нее я очень много кривизны сделал. Ну ладно, мы тут победили все равно. Конечно, моя команда, вы видели, особенно Лев, очень много помогал. Никс очень много помогал. В скобочках нет, они просто стояли. Я вообще не понимаю, чего они стояли, чего не боялись. Там черики вообще никуда не хотели уходить. Играли в ближний бой на своих персонажах, да? Но миллиметра не хватило. Ну, блин, эти лаги бесит. Ну, как лаги? Немножко не лаги все-таки, да? О, видали, просто миллиметр промахнулся. Как это возможно? Плохо. Плохо. Такие промахи делать — это очень плохо. Неприятно. Ладно, Никс сбежал все равно уже. Вряд ли он тут что-то нам сделает уже. Потому что... Вариантов у него нет, у меня там орел красавчик залетает, все дела делает. Ну вот, ну вот что он именно так сыграл? Никс, ты не ты адекватный вообще, что ты делаешь? Понимаете, он на краба выходит в ближний бой. На краба. Блин, я немножко ошибся тут, сам виноват. Похилимся, ребятки, там сейчас золотая дропчик. Я сейчас особо не целюсь в кем, потому что Никс слишком подвижный, я его просто не вывезу. Почти новая джейт или старая? Тут что, было 2400 джейт, аж одну убил. Вы сами это все видели. Никс такое ощущение, что видит меня. Вот реально. Где он там бегает, я не понимаю. Справа бегает, что ли? Какой странный Никс, какой странный. Ну, я понимаю, что он убежал, как бы это было логично, но... Как он странно маневрирует. Это забейте. Блин, я думал, он не успеет прыгнуть. Так. И погнали гнаться за Никсом. А, я думал, он наверх отойдет. Ну, с тем, что с него, его снизу начали душить наши союзники. Так, да, блин, бесишь. Бесишь, Никс. Он сейчас под это убьет, да? Ну, конечно. Ну, его там орел словил. Ну, что я мог сказать? Никс зачем-то бегал все это время. Я много киллов сделал, вы понимаете, да? Хотя, на самом деле, там неплохо было по хукам. Неплохо залетало. Немножко неплохо. Иногда, конечно, косяки были конкретные, но я не знаю, это как-то странно. Вроде бы двигаешь нормально, вроде туда, куда надо, оно
не додвигивается, как-то подзависает, что-то медленно начинает двигаться. И, в общем, странно. Подзалипания какие-то. О, сейчас будет замес, дичь. Видите, одному скваду дают легендарного бота и кучу ботов, а другой сквад кидают один в три. Замес, точнее, троих. Хамелеон, какой же ты красавчик, просто у меня нет слов. У меня просто нет слов с этого хамелеона. Гений на хамелеоне. По-другому не скажешь. Вы это видели, да? Норм? Норм хук. Так, добрасываем. Да сколько там ресов? А можно поменьше резать? Ну? А в смысле? Как же бомбит? Как же бомбит? Бака сейчас притяну, добьем. Фух, какой же душный, а? Какой же душный сквад против нас попался. Все с дефибрилляторами, красавчики прям. Одобряю. Ну мы тоже с дефибрилляторами. Мы тоже жесткие. Итак, спрятались в бочку, чтобы нас не видел противник. Ну, по крайней мере, некоторые противники нас не могут видеть. Направим копье вот так вот и побежим. Хотя надо было направлять не это копье, ну да ладно. Хукнем бота. Убьем его, не знаю зачем, но это мы сделали. У меня сквад разделился, это очень интересно. У нас тут орел где-то ходит, летает. Причем 16 уровень орла. Нужно это учитывать очень серьезно. Если не успею нажать аптечку, я умру. Я не успел нажать аптечку. Мы умерли. Блин, а ведь все было зависело от меня. Хамелеон. Что он делает? Интересно, я не успею проверить? Да, не успел проверить хамелеона. Я хотел глянуть, есть ли у него дефибриллятор. Блин. Ну это мой фейл. Очень мой фейл. Я что-то думал. Ну как я думал? Я пытался нажать аптечку, но в этот момент я стрелял с лука. В этот момент меня толкали, и из-за этого, как вы знаете, у нас в игре очень все прекрасно прожимается, да? Обидно! Так проигрывать. Хотелось бы победить. Ну ладно, погнали, еще бой. Может быть, там будет получше. Потому что вот странный хамелеон, странная команда. Ой, ладно. Бывает. Плюс, все-таки, возможно, крабику стоит брать укол. Не, ну, ты вот смотришь, как... Какой хп у краба, и думаешь, какой укол адреналина? Зачем он ему нужен? Кстати, вроде бы я притянул. Странно очень. Ладно. Тут, кстати, где-то сквад еще был противников. Нужно это тоже учитывать, но... Как-то их не особо вижу. Ага, вот легендарный бот. Это я вижу прекрасно. Джейд у меня отжала. Конечно же, легендарного бота. И дропчик его тоже. Ну ладно, Джейд 14, в принципе, сойдет. Хотя мне было бы как тоже красиво дабл дробовик покидать. Особенно в противников, которых можно шотать. Ух, крабик там такой может выдавать. Но крабику нужно попадать, чтобы его отхиливаться. А когда он не попадает, он не отхиливается. Все просто. Уже это в этом плане попроще, у нее много массового урона. Ладно. Противников нигде нет. Это плохо. Скучно. Скучно, хочется уже победить, потому что у нас есть легендарный дроп. У нас есть Джейд. Нужно идти врываться. Так, Никса хукаем. Друг, привет. Минус Никс. Говорится, поиграл, друг. Так, теперь хукаем Лизю. Ну, я хукал, но как бы там было криво. Да, не поспоришь. Кривой хук был. Очевидно. Ребятки, сейчас вот эта аптечка, и мы пойдем ловить дальше. Ну да, хукнул опять кривовато. Очень. Ну, опять Генри подставился, ошибка. Ну, Басик на Генри играл. Так, ну, наверное, тех я уже не словлю. Назад идем. Тех я уже не словлю, поэтому идем сюда. Так, ну. Я же вижу их там, надо было просто подождать. Никс там уже кого-то снизу ловит. Сюда, друг. Так, там бобер, что ли? Серьезно? А, бобер под мостом. Ой, под домом. Лисика убежала, бобер под домом, нужно это понимать. Так, ну я кого-то хукнул, даже неплохо так похукал. Под домом есть у нас противники, поэтому придется бежать. К акулу. Бобер нас не будет, скорее всего, преследовать. Я тут допускаю очень серьезную ошибку. Я не знаю, у меня какие-то подлаги меня дебильные. Меня бесит очень сильно. Как у нас акул умер? Его же там никто не бил. Что за прикол? Нет, кто бил. Ну блин, был такой сейчас мув классный, я мог просто хукнуть Луи, понимаете?
Просто хукнуть Луи и все. Ну куда мне все хукается? Ну... Что происходит? Да, да блин. Как же не бомбит? Как же... Ну вы посмотрите на эту дичь, мне каждым шотом попадают. Да дайте кнопку нажму, ну... Игра, ну не души, ну что за душность такая? Да почему впритык к Никсу не попал? Ой, как мне сейчас горит, ребят, вы не представляете. Просто так горю сейчас. Как же я сейчас горю? Ой, как у меня сейчас бомбит. Люто бомбит. Так, все, убиваем Луи, хух. Че это только у меня сейчас не было? И, короче, картинку я подвинул. И там что-то понажимал. Какие-то непонятные лаги, в общем. Ой. Особенно хуки мне понравились. Я беру, хочу хукнуть в одно место, оно меня хукает в другое. Вот сейчас как я акула не хукнул, а? Что за приколы? Что за приколы? Я не понимаю, что это вообще было только что? Акул залетел у нас, я в него, блин, направил хук, вот так хукнул, оно сквозь него прошло и все. Офигеть, просто офигеть. Конечно, победка, но, блин, так обидно, когда... Ладно, там были ошибки мои, но, блин, можно же было там попадать. Ну, вот эти вот какие-то непонятные подлагивания с замедлением очень бесили. Возможно, просто надо было привыкнуть на крабе поиграть мне подольше, и тогда бы этих штук бы не было. Я бы как бы аккуратнее просто, может, все делал, а то я, может, неаккуратно просто тыкал на кнопки и все такое. Ну, в общем, не знаю. Такие вот дела, такой вот крабик, как бы тащим, нагибаем, сила, мощь. Не знаю, почему в этот раз получилось победить, какие-то адекватные мне команды начали попадаться. Возможно, рандомчик подкрутился наконец-то с новым патчем, но это не точно. Ну да все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте, всем пока-пока.